Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня такой очередной домашний влог. Надеюсь, вам интересно. Мы сегодня с утра с моим младшим сыночком уже ходили в поликлинику. Его еще оставили у меня до понедельника аж. Ну, скорее я, наверное, даже попросила, нежели его оставили. Они спросили, когда хотите выйти. Я говорю, ну, мы еще посидим. Поэтому мы до понедельника, он у меня будет со мной дома. То сильно прилизанная, то сильно лохматая. Ужас. Вот. Зашла в аптеку и купила там себе одно средство. Точнее, два. Вот. Но про одно из них меня спрашивают вы. Точнее, спрашивают, пробовала ли я подобное средство от компании Faberlic. В общем, сейчас вам покажу. Ну, во-первых, я приобрела вот это средство. Qualor душ. Кстати, все время его покупаю. Мне очень оно помогает. Не знаю, вот обожаю его, у меня есть такое сейчас остаточное явление небольшое, ну, как бы, не то что заложенность носа, но, в общем, так сказать, долечиваюсь. Вот это вот средство приобрела, которое я уже как-то в одном из видео про него говорила. Врач мне его очень сильно рекомендовал в свое время. Ну, я, скажем так, называю это умывашкой, я думаю, каждый из вас понял, о чем сейчас идет речь. Это средство не дешевое, оно сейчас я за него в аптеке отдала 965 рублей, и он был, кстати, со скидкой. Так он обычно стоит, ну, что-то 1100-1200, что-то в этом духе. Хватает его более чем на полгода. Поверьте, это лучшее средство, которое я когда-либо использовала. Очень сильно рекомендуют из-за его состава. Вот, вот сам состав. А конкретно то, что он содержит корень солодки голый. Именно из-за этого его очень сильно рекомендуют. Я вам вот от всей души, девочки, советую покупать в обычной аптеке. И да, средство не дешевое, но, во-первых, его хватает надолго, а во-вторых, давайте честными, это как бы наше здоровье, это наше некое такое проявление любви к себе. Я бы так сказала, если бы мужчине сказали бы, простите, мазаться там, я не знаю, кремом за 5000, он бы мазал бы, вот. Почему мы на себе экономим, непонятно, да? Это вот как бы не стоит этого делать. Вы забудете о том, что такое ежедневные салфетки вообще. Ну, я называю салфетками, да? Я думаю, каждый из нас понял, о чем я говорю сейчас. Вы забудете вообще о каком-либо дискомфорте в этой области. И именно, кстати, поэтому у меня не возникает желания пробовать какие-либо другие средства. Есть еще одна марка, я не помню, как она называется, которую тоже очень хвалят именно врачи. Не помню, как она называется. Там подразделяется на возраст женский плюс на циклы месяца, скажем так. Тоже продается в аптеках. Вот, так что, поэтому я даже не пробую покупать ни Faberlic, ни чего-либо такое, потому что вот это лучше для меня пока не существует. Пока у нас тут все в школе, в садике, ой, в школе, на работе. Маленький у меня собирает пазлы. Ему так нравится. Сюда надо. Да. Вот такие вот. Видите, он, правда, с другой стороны на коробочку смотрит. Вот такие собирает. Умничку мою, да? У тебя получается собирать? Тебе нравится? Вот, видите, тут все разложил. Я уже всегда буду собирать пазлы такое. Пазлы, да. Скоро поедем за братом. Зайдем в магазин, купим новенькие пазлы. А то мы эти, может, который раз собираем, да? Ну да, еще большие. Еще больше деталей? Ага. Тебе нравится очень? Да, еще больше деталей, потому что эти непонятно куда. А там, где будет больше деталей, там будет понятно? Да, наверное. Наверное, но мы попробуем, да? Потому что я уже все знаю. Ну да. Тут увлекся у меня ребенок. То он Лего у меня увлекался, теперь пазлы очень понравились. Старший у меня, кстати, не любит пазлы, а вот маленькому очень нравится, да? Да, теперь я пазлы буду играть. Мам, я узнал. Да. Молодец. Мама, конечно, помогала немножко. Ну, вот такая вот у нас получилась картинка классная, да? Да. Тебе понравилось? Мы же тут многие детали знаем, поэтому... Я хочу еще раз.
Приехали мы домой. Ну, конечно, мы пошли за пазлами. Ну, куда же мы без Лего? Взяли они у меня, мальчишки, два одинаковых набора. Вот такой. Вот, конечно, да. И вот такой набор. Ну, два одинаковых. Понятно. Вот. Это у меня выбор маленький. Вот такие какие-то пазлы себе. Напольный день рождения. Вот эти мимимишки. Он, кстати, любит этот мультик с наклеечками в подарок. Вот. А это у меня старший тоже тут под шумок решил, что ему тоже пазлы нужны. Видите, они такие голографические. Не знаю, что там внутри. Будем собирать. Посмотрим. Правда, сейчас уже поздно. Вот эти, кстати, 560 рублей стоят. Вот. Сейчас, правда, уже поздно. Надо уроки делать, кушать. В общем, да. Вот. Ну, побаловала немножко мальчишек. Вот. И, конечно, немножко побаловала себя. Зашла в Ревгош. Во-первых, потому что у меня закончились... Ну, у меня не совсем закончились туши. У меня купила себе снова вот эту вот Ева Мозаик. Вот это Zoom Lashes. Вот до того, как я купила марку Kika, мне нравилась именно вот эта тушь. И вы меня очень часто спрашивали о том, Даша, какая у тебя тушь на глазах? Именно вот эта. Вот она. Единственное, что у нее большая кисточка. Также я себе снова повторила вот этот спрей. Очень он мне, девочки, безумно нравится. Я вам ссылочки оставлю, ну, на Ревгош. Я, как вы видите, в Ревгоше была. Вот, очень классный вот этот спрей, прямо обалденный. Он еще есть, по-моему, на фармакосметике. Но так как я сейчас заказ никакой не делала, я решила, раз уж пришла, надо взять. Просто безумно, видите, мгновенно распутывает поврежденные волосы. Супер классно увлажняет, видите, он такой двухфазный. Вот это я от всей души рекомендую вам тоже. И там была скидка на два вот таких продукта. Единственное, что у моего любимого продавца-консультанта не было, поэтому мне так никто не объяснил, это для блондинок или нет. Здесь ничего не написано на упаковке, для блондинок это или нет. Был со скидкой, видите, кератиновое восстановление для волос не содержит... А, для волос блонд. Ну вот, видите, я в магазине не увидела, но ничего страшного. Не содержит сульфатов, стабилизирует структурные связи внутри волоса, запечатывает и уплотняет структуру волос, придает волосам блеск. В общем, короче, серия для блондинок, видите, только сейчас заметила, потому что была с двумя мальчишками, и, ну, вы понимаете, да? Вот, ну ничего, я думаю, мне тоже подойдет. Так, вот покажу чек, видите, шампунь стоил... 899, да, нет, кондиционер 899, шампунь 799, и вот эта тушь меня спрашивает, 356 рублей она стоит. Единственное, что, девочки, у нее большая щетка. Сейчас я вам покажу, как, какая щеточка. У нас, правда, видите, уже темно, вот смотрите, вот я подношу близко к глазу, вот такая вот большая щетка в этой туши, но... Реально делает классные ресницы. Вот у меня сейчас другая тушь на ресницах. Мне она не особо нравится. Вот. Вот это вот просто супер. А, еще вот эта тушь от Faberlic. Меня ее тоже спрашивали. А, не знаю, тут артикулы. А, артикул 5461. Вот эта тушь мне не понравилась, девочки. Она отпечатывается и она делает... Как будто бы сухая, знаете, такая. То есть она делает пышные ресницы, но при этом такие коротенькие, никакого ни изгиба, ничего. Ну вот, как бы, если вы не любите такой объем драмы, то вот вам понравится эта тушь. Хотя она отпечатывается. Ну что, может, мне понравится? Не знаю, то есть, ну, как бы... Нет, мне не понравилась тушь от Faberlic, даже очень. А насчет вот этого ухода для блондинок, который я попробую, потом расскажу. Ну, в принципе... Я так понимаю, что это именно для поврежденных волос, для блондинок. Видите, не было моего любимого продавца в Ревгоше, и все. И все, я не справилась. Вот. В принципе, с кератином поврежденные волосы, они у меня поврежденные, мне кератин нужен, так что я думаю, что, может, мне понравится. Я надеюсь очень, потому что вот этот спрей, это, конечно, самое лучшее для волос, что вообще можно придумать, суперские. Вот именно для расчесывания, при этом не жирнит волосы. Классный. Очень всем советую, девочки. Я ссылочки вам оставлю, если они есть. Ну, я думаю, что есть в Ревгоше. Так что вот так вот мы погуляли. Сейчас будем... Видите, у меня как раз вот эта пушистость моих волос вот этим спреем очень хорошо дисциплинирует. Очень классно. Поэтому
Я прям с удовольствием буду им пользоваться. Вот. Но мы сейчас пойдем уже ужинать и со старшим будем делать уроки, а младший, наверное, сядет у меня собирать либо лего, либо пазлы. Очень ему в последнее время пазлы понравились. Вот. Вот это, кстати, классный, да? Такой прям. Видите, она как шевелится. Ну, не знаю, посмотрим потом, что внутри. Вот. А еще у меня спрашивали по поводу Faberlic ухода кислородного, который я еще потестирую и потом расскажу чуть-чуть позже. Но на данном этапе я не могу посоветовать его. Потом подробнее в каком-нибудь из влоги я обязательно расскажу, но сейчас мне нужно еще побольше потестировать, потому что пока я болела, я не пользовалась этим уходом. Вот, сейчас опять попользуюсь немножко, уже более точно вам расскажу. Вот, ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравился такой, ну, получается, день с нами. Вот, в принципе, знаете, вроде что-то туда-сюда, туда-сюда, и в поликлинику съездили, туда съездили, сюда съездили, и вот и день уже прошел. Уроки сделала, и уже спать пора. Вот так вот у нас происходит. Вот. Так что буду с вами на сегодня прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!